Сборная команда «Края WorldSkills» готовится принять участие в национальном чемпионате, который пройдет в сентябре 2022 года в Саранске. Наш регион – один из лидеров развития этого движения в России. В «Крае» состоялись 8 региональных чемпионатов WorldSkills и полуфинал национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Сибирском федеральном округе. А наша команда входит в десятку сильнейших в стране. Этот проект направлен на обучение граждан, которые испытывают сложности с работой или находятся под риском увольнения. После участия в проекте они могут трудоустроиться, оформить самозанятость, либо получить статус индивидуального предпринимателя. Раньше участие могли принимать граждане от 16 до 20 лет. С этого года планку подняли до 35 лет, а награды за призовые места по поручению губернатора были увеличены. Чемпионат проходит в рамках нацпроекта «Образование». WorldSkills предлагает сейчас обучение по более чем, ну даже трудно сказать, сколько направлений, пыталась посчитать. Много образовательных программ, примерно половина из них – это рабочие профессии, и вторая половина – это программы для повышения квалификации и переподготовки, то есть для людей, у которых есть среднее, профессиональное уже или высшее образование. Сейчас у нас принят закон в январе месяце текущего года, там поощрение победителей. И представьте себе, что золотые медалисты получают 200 тысяч. В результате победы на чемпионате. Серебряные 180, 170 и даже миллионы 110 тысяч.